Сенокосную кампанию в Якутии омрачили ливневые дожди. Особую тревогу вызывает заготовка кормов на севере республики. Тяжелая ситуация сложилась в Ивено-Батантайском, Верхоянском и Аймеконском улусах, где из-за сильных осадков сенокосные угодья ушли под воду. Также пострадали хозяйства в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах. Минсельхоз сообщает, что северные районы не останутся без кормов, поскольку властям в центральной и заречной группе улусов даны указания по заготовке сена для резервного фонда. В случае необходимости оно будет выделяться по заявкам муниципалитетов. В текущем году в Якутии утверждены объемы заготовки в размере 493 тысяч тонн сена, 13 тысяч тонн сенажа и 14 тысяч тонн силоса. На сегодняшний день на местах пока заготовлено только 59 тысяч тонн сена.